Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас замечательный повод для встречи. В рамках празднования Дня народного единства мы предлагаем вашему вниманию концертную программу одного из лучших музыкальных коллективов города – Духового оркестра Городского дворца культуры под управлением Валерия Кондратенко. Нас всех сегодня объединит любовь к музыке, к прекрасной вечной музыке, трогающей сердца и наполняющей каждую мысль смыслом. Начинает концерт «Фантазия на тему песен» Григория Пономаренко. Шестаковича.
оберегая радостью, теплом. О любви написано немало строк поэтических и прозаических. История любви Фрэнсиса Лэя – одно из самых красноречивых музыкальных произведений. Соло на трубе Евгений Манделов.
вам следующее произведение не имеет никакого смысла, настолько широко оно известно. Достаточно будет просто назвать его «О соле мио». В сопровождении духового оркестра поет Диана Ишханова. Thank you.
оркестром творчества Александра Пахмутовой посвящается. В исполнении духового оркестра ее бессмертная мелодия. Thank you.
красоте мелодия «Адажо» Томмазо Альбинони. Thank you.
болезнь, чтобы испортить, удержала меня за кулисами и не позволила пригласить кого-нибудь на танец. Разве можно удержаться при звуках такого вальса? А сейчас для вас прозвучит ария Элизы Дулиттл из мюзикла «Моя прекрасная леди». Исполняет Диана Ишханова. Вечера. Для вас звучит романс «Осень». Thank you.
Щербовские зонтики Мишель Легран. Проходит в мае месяце в столице нашего края. В марш-параде по главной улице с оркестром. Я хотела бы предоставить слово представителю городского совета ветеранов, поклоннику музыки и творчества духового оркестра, поэту Аркадию Александровичу Петерсону. Аркадий Александрович. Живую музыку оркестра готов я слушать без конца, ведь Кондратенко, наш маэстро, рожденный делать чудеса. Оркестр не нов, его все знают, талант маэстро на виду, под крик «Ура!» его встречают, а он с поклоном к вам иду. И он идет, и у фонтана оркестр вживую даст вальсок, и вновь закружат в звуках пары, забыл про годы на часок. Спасибо вам. Продолжаем программу произведения «Букет из Ниццы». Цветов из Ниццы, пересылал ты мне.
Тихонова. Спасибо. Руководитель Валерий Кондратенко. Вечер в горах. Маэстро просит лунную серенаду. Thank you.
И вновь приглашаем на эту сцену солистку духового оркестра Диану Ишханову. Она исполнит для вас «Мир, который помним» Берта Кэмфорд. Маленькая корректировка. Возвращение романса коллегиально было решено. Маэстро на ходу переиначивает программу. Все лучше, как обычно, экспромтом. Все получится.
уверена, это ему только на пользу. В любом случае, сейчас прозвучит произведение поэта Гэнзорта «Мир, как мы помним» или «Путники в ночи». «Путники в ночи». У нас есть обстоятельства, которые нас извиняют. Маэстро сегодня с температурой на сцене, а я тоже с легким нездоровьем. Поэтому, наверное, вот пикантность нашего сегодняшнего выступления во многом обусловлена этим. Но я думаю, что, тем не менее, вы поддержите нас за наше мужество, и чтобы нам доставили массу удовольствия. И пожелайте скорейшего выздоровления нам, маэстро. Да-да-да-да. Для вас музыкальный каламбур. Thank you.
иначе и быть не может. Даже я, находясь за кулисами, получила колоссальный эмоциональный заряд, наблюдая за работой оркестра, руководителя и солистки. Мы благодарим вас за внимание. Желаем вам всего доброго. Спасибо за любовь к искусству, за любовь к музыке. Приходите в городской дворец культуры. Мы рады видеть вас на наших мероприятиях. Для вас сегодня работал духовой оркестр городского дворца культуры под управлением маэстро Валерия Кондратенко. Солистка оркестра неповторимая Диана Ишханова. До новых встреч!